Профессиональный бокс. Им занимаются тысячи. Его смотрят миллионы. Он интересует, волнует, захватывает, будоражит. Чемпионов показывают по телевидению. О них пишут в газетах, снимают в фильмах. Им платят миллионы. Они звезды. Они проводят полжизни в спортзалах, тренируясь до изнеможения. Все в их жизни подчинено боксу. И только так они становятся чемпионами. Если вы из их числа, этот фильм для вас. Профессиональный бокс отличается от любительского количеством раундов, жесткостью ведения боя, нокаутирующей направленностью ударов и готовностью атлетов долго сражаться на ринге, а также гонорарами чемпионов. Это интересный, захватывающий, жестокий спорт, где нет места слабости, трусости, мягкотелости, физической и психической неподготовленности. Я Павел Кузнецов, учредитель и промоутер компании «Юга». Наша компания устраивает бои боксеров-профессионалов. Этот фильм для тех, кто хочет стать боксером-профессионалом. Технику профессионального бокса вам демонстрируют интерконтинентальный чемпион мира по версии ВБЦ Джабраил Джабраилов, чемпион Европы, мастер спорта международного класса Ваге Кочарян и заслуженный тренер России Олег Владимирович Чехов. Для съемок фильма используется спортивный инвентарь компании «Атеми», представляющий на российском рынке торговую марку «Булс». «Булс» — твой победный удар. Мы начинаем наш рассказ. По сути, это учебник по профессиональному боксу, и снят он для тренеров, спортсменов и их почитателей. В боксе все начинается с рук. От умения правильно бинтовать или по-профессиональному топировать кисти зависит, будут ли ваши удары победными. На тренировках применяется обычный бинт, а на соревнованиях марлевый. Шириной он 5 сантиметров, а длиной 2,5 метра. Одевается на большой палец, затем наматывается на запястье, потом на кисть, далее вокруг каждого пальца и крепится на предплечье. В соревновательном варианте он наматывается на предплечье и кисть и фиксирует большой палец. Затем заклеивается липкой лентой. В расслабленном состоянии кисти бинт не должен давить и нарушать кровообращение, а при сжатом кулаке он должен плотно облегать, как корсет, сжимать его, делая удар жестким. Каждый спортсмен топирует руки по-своему. При ударе основная часть нагрузки ложится на указательный и средний палец. При прямом ударе при боковом ударе при ударе снизу. Во время разминки организм подготавливается к выполнению тяжелых физических нагрузок. Сердечно-сосудистые и дыхательные системы начинают работать эффективнее. Ускоряются ферментативные реакции. Связки и сухожилия разогреваются. Вязкость мышц уменьшается. Усиливается их кровоснабжение, энергообеспечение и нервная проводимость.
Спортсмен готов совершать резкие, быстрые движения без риска получить разрыв мышцы, растяжение сухожилий и связок. Начинаются сжатия-разжатия пальцев, вращение кисти, вращение в локтевых суставах, махов руками. Вращают головой, разогревая мышцы шеи. Следующими разминают ноги. Применяют подскоки, вращение в коленных, голеностопных суставах, вращение туловищем, наклоны и прогибы. Сочетают движения рук, ног и туловища. Далее приступают к специальной разминке, имитирующей основные боксерские движения. Их выполняют легко, без рывков, в половину скорости и мощности. Особая роль отводится растягивающим упражнениям. Они повышают подвижность в суставах, делают мышцы эластичными, увеличивают скорость их сокращения и силу. Рекомендуется растягивать лучезапястные, локтевые и плечевые суставы рук, коленные и тазобедренные суставы ног. Наклоны, отклоны и прогибы прекрасно тянут косые мышцы живота, пресс и мышцы спины. Особое внимание уделяют мышцам шеи, так как они стабилизируют голову во время ударов. А удары эти порой бывают, ох, какими сильными. В боксе три основные стойки – левосторонняя, правосторонняя и фронтальная. Как варианты различают открытую, закрытую, высокую и низкую. Каждый спортсмен выбирает удобную для себя и боксирует в основном в ней, но иногда меняет ее в зависимости от боевой ситуации. Универсалы успешно работают в разных стойках. Перемещаться по рингу боксер может любым способом в любую сторону и наносить удары в любом избранном направлении. Быстрота и количество этих перемещений зависит от квалификации спортсмена, развития его физических качеств. Различают обычный шаг, перемещение скачком, толчком и сайд-степ, то есть шаг в сторону. Эти действия сочетаются с движениями туловищем и руками. Также применяют обманные движения руками, ногами, туловищем, всевозможные финты, сбивающие противника с толку, дезорганизующие его и позволяющие боксеру эффективно защищаться и неожиданно атаковать. Финты в профессиональном боксе применяются часто. Техника их выполнения индивидуальна и подбирается для каждого конкретного противника. Профессионалу очень важно двигаться нестандартно и наносить удары из неудобных позиций. Этому посвящена специальная тренировка. Теперь мы расскажем об ударах, основе современного профессионального бокса. Их существует три группы – прямые, снизу и боковые. Техника их выполнения зависит от типовых кинематических особенностей человека. Различают обычные, сильные, быстрые, резкие, длинные и короткие удары. Атакующие и контратакующие, то есть на опережение. Начальная фаза всех ударов одинакова. Нога толкает туловище, оно поворачивается. На фоне продолжающегося толчка ногой и поворота туловища рука устремляется к цели. Центр тяжести переносится на переднюю ногу. Рука выпрямляется и бьет в цель. Поворот туловища и сила толчковой ноги задают начальную скорость бьющей руке. Во время удара кисть бьющей руки расслаблена, а за мгновение перед соударением пальцы сильно сжимаются, бинты, как корсет, стягивают кисть, кисть сгибается вперед и происходит удар. В момент контакта очень важно обеспечить жесткость в кинематической цепи – нога, туловище, плечо, предплечье, кулак. В длинных прямых ударах рука выпрямляется за несколько мгновений до контакта с целью, а ее дальнейшее выдвижение происходит за счет поворота корпуса и движения вперед лопатки. Таким образом, в ударе участвует масса всего тела, а не только масса бьющей руки. Вот почему прямые удары самые сильные. Некоторое расстояние плотно сжатый кулак проходит в соприкосновении с головой или туловищем противника. Затем рука расслабляется и отводится в исходную позицию.
Скорость отвода руки и поворота туловища создают энергию для нанесения удара другой рукой. Это особенно эффективно в сериях боковых и прямых ударов. У спортсменов легких весовых категорий удары быстрее, но слабее, чем у супертяжеловесов. Чем больше вес тела, больше масса активно сокращающихся, участвующих в ударе мышц, тем сильнее удар. При установке на силу ударный импульс наибольший, но и время ударного движения наибольшее. При выигрыше в силе боксер проигрывает в быстроте. При установке на быстроту все наоборот. Скорость выше, а сила удара меньше. Но есть еще одна величина, от которой напрямую зависит успех поединка. Это резкость, быстрое нарастание скорости и силы удара. Характеризуется она быстрым, мощным сокращением участвующих в ударе мышц. От самого сильного, но заметного удара противник может легко защититься. Но только неожиданный, резкий, ошеломляющий удар является нокаутирующим и значит победным. Как раз удары снизу короткие и неожиданные. В них рука редко выпрямляется полностью. В момент контакта она полусогнута и напряжена. Туловище немного распрямляется в тазобедренных суставах, что создает дополнительный ударный импульс. Удары снизу наносятся в основном в туловище и нижнюю челюсть. Это эффективное средство ведения ближнего боя, но выполняются они с заметным дефицитом амплитуды, отчего и проигрывают в силе. Поэтому очень важно наносить их резко и жестко. Но бывает, что удар снизу нужен длинный, в челюсть высокорослого противника. И тогда выполняются они с полной амплитудой и мощностью. В профессиональном боксе удары снизу занимают большое место в подготовке атлетов. В последних раундах, когда силы на исходе, ослабевшие руки висят как плети. Боксеры часто сближаются, идут в захват, что называется виснут друг на друге. И в этом положении наносят удары снизу по корпусу и в голову, набирая тем самым драгоценные очки. И вот мы подошли к боковым ударам руками. Если прямой эффективен на длинной и средней дистанциях, а на короткой не очень, то боковой разит на повал и так, и так. К тому же профессионалы применяют мощнейшую модификацию прямого и бокового удара со стороны, очень похожую на удар уличного драчуна. Начинается он с сильного замаха бьющей рукой. Потом нога толкает туловище, оно поворачивается, центр тяжести перемещается на переднюю ногу, бьющая рука стремительно летит в цель и в последней фазе выпрямляется, как в прямом ударе. Нога продолжает толкать поворачивающееся туловище, лопатка выдвигается вперед, и сильно сжатый кулак поражает голову противника. Такой удар разрушителен на средней и длинной дистанции, выполняется он обычно через плечо защищающегося противника. Эти смертоносные удары принесли славу железному Майку Тайсону. Классический боковой удар выполняется просто, и эффективен он на длинной, средней и короткой дистанциях. Как в туловище, так и в голову. Начинается он как прямой, но рука движется по дуге небольшой кривизны и поражает уязвимую точку противника не спереди, а сбоку. Но за счет рычага в ударе принимает участие только масса руки и немного туловища, поэтому он слабее прямого. Перед выходом на ринг боксера бинтуют кисти, затем супервайзер проверяет бинтовку, не спрятаны ли там посторонние предметы, и ставит свою подпись на тыльной стороне каждой руки. После этого проверяются и одеваются перчатки, шнуровки заклеиваются липкой лентой, и судья вновь на ней расписывается. Это делается для того, чтобы нечестный спортсмен не вставил в перчатку или в бинт утяжелитель. Перчатки служат для защиты головы и рук от травм. На заре профессионального бокса бои происходили без них, голыми кулаками. Это снижало его популярность среди спортсменов. Кому хочется целый месяц после боя залечивать синяки и шишки? Перчатки обычно используются кожаные, с натуральным наполнителем из конского волоса, весом по 8 унций до полусредней весовой категории и 10-унцовые для всех остальных. В Москве существует фирма «Атеми Спорт», выпускающая перчатки торговой марки «Bulls» с наполнителем из конского волоса. Это прекрасные перчатки, отличного качества и доступные по цене.
профессиональном боксе для подготовки спортсменов применяются лапы, плоские подушки, которые тренер одевает на руки, и боксер бьет в них. На лапах ставятся удары, прямые, боковые и снизу. Применяются комбинации ударов, одиночные, повторные, два удара наносятся одной рукой, двойные, удар левой, удар правой, и серийные, три и более ударов обеими руками. При тренировке на лапах легко менять уровни и направления ударов. В голову, либо в туловище, слева или справа, снизу или прямо. Это имеет первостепенное значение. У боксера совершенствуется комбинаторное мышление, способность молниеносно оценивать изменяющуюся ситуацию и адекватно реагировать на все. Тренер изменяет положение лап, заставляя спортсмена наносить новые комбинации ударов. Тренеру легко корректировать боксера, давать указания, делать ему замечания. Своими руками тренер чувствует, с какой силой, жесткостью и точностью бьет боксер. Вовремя ли сжимает кулак, сколько вкладывает энергии в каждый удар, правильно ли дышит, расслабляется. Он говорит ему, какой удар технически правильный, и боксер, повторяя его раз за разом, оттачивает двигательный навык. При работе на лапах тренер может сам наносить боксеру легкие удары, прямые, боковые и снизу, тем самым заставляя его уделять внимание защите. Но наиболее ценно, когда тренер одевает перчатки и сам спаррингует с боксером, ведет с ним условный или реальный бой. Это позволяет приблизить тренировку к боевой ситуации и лучше овладеть приемами. Особое значение при работе на лапах имеет передвижение боксера. Он может выйти на необходимую дистанцию, прицелиться и нанести точный, сильный и жесткий удар. При этом тренер контролирует его действия, помогает ему избежать ошибки, лучше сконцентрироваться. Имеется ряд индивидуальных особенностей исполнения ударов. Они зависят от морфофункциональных, анатомических и физиологических характеристик спортсмена. Это различия в постановке ног во время нанесения ударов, в повороте и наклоне туловища, выносе руки, повороте кулака, постановке ноги при ударе и передвижении. Зависят они от роста боксера, веса, длины рук, ног, развития мышц и, естественно, от той боксерской школы, в которой он начал обучение. От его первого тренера. Как в детстве ему поставили удары, стойки, защиту, так он и будет всю спортивную карьеру применять их. Если у него создали неправильный боксерский динамический стереотип, то он будет тормозить его дальнейшее развитие. Это не значит, что типовая техника неизменна. Мастера высокого класса успешно расширяют свой боевой арсенал за счет новых эффективных модификаций типовых ударов и защит. Но никогда не могут полностью изменить ту базу, с которой начали. Ведь переучить спортсмена гораздо труднее, чем научить. При работе на лапах спортсмены успешно совершенствуют удары, оттачивают мастерство, вносят изменения в свою типовую технику. Творческий процесс присущ боксерам. Они находятся в постоянном развитии. Ведь совершенству нет предела. Если дух развития покидает спортсмена, он перестает прогрессировать и порой теряет все свои титулы. Звезды мирового профессионального бокса ставят удары на человеке. Тренер подбирает своему ученику спарринг-партнера, своеобразную «живую» в кавычках «грушу», и боксер оттачивает силу, а главное точность ударов на нем. Бьет изо всех сил, нисколько не жалея оппонента. Партнер защищается, перемещается по рингу, но не контратакует. Он только принимает удары. В таком спарринге чемпион концентрируется только на ударах, открывается в защите, не боясь, что ему ответят. И бьет, бьет, бьет. Вот почему бои звезд профессионального бокса поражают мощью, скоростью и силой ударов. Каждый удар акцентированный, наносится в полную силу, с полной амплитудой и точно в цель. Потому что поставлены они не на мешках и лапах, а на человеке. Работа человека-мешка хорошо оплачивается и стоит промоутерам звезд немалых денег. Но они идут на такие траты, так как на карту поставлено многое. Титул чемпиона мира в профессиональном боксе и миллионы долларов. Некоторые спарринг-партнеры чемпионов впоследствии выходили на ринг в качестве бойцов и сами становились чемпионами.
По лапам очень хорошо отрабатывать нестандартные обманные удары и финты. Спортсмен передвигается так, будто хочет нанести удар левой в голову, а бьет правой. Он обманывает противника, заставляет его совершить ошибку, раскрыться и пропустить удар. Мы подошли к интересному разделу – постановки ударов на мешках. Сила удара зависит от веса боксера, от веса и силы мышц, задействованных в ударе, от скорости движения ударной массы, от жесткости соударяемых тел, от формы ударного движения и от времени соударения. Чем мощнее сокращаются мышцы, тем быстрее нарастает скорость движения при ударе, и тем он резче. Но при резких и сильных акцентированных ударах тяжело ими управлять. При выигрыше в силе теряют в точности. Эта особенность подчинена физиологическому закону. Чем больше мышц участвует в сильном ударе, либо каком-то другом действии с применением максимальной силы и мощности, тем сложнее это действие координировать. Если на лапах развивают точность и силу ударов, то на мешках только максимально возможную силу. Для этой цели используют разные по размерам, весу и жесткости мешки и груши. Начинают с ударов малой мощности. Наносят их сначала легко, в полсилы. Через пару минут, когда мышцы, сухожилия и связки разогреются, увеличивают скорость и бьют в полную силу. Мышцы не могут длительное время выносить большую ударную нагрузку и начинают уставать. Сила, скорость и мощность ударов падают. Необходимо сделать небольшой перерыв, восстановиться, но не остыть, и снова приступить к отработке акцентированных ударов. Проделать несколько серий удары-отдых, и как только из-за усталости начнется изменение техники движений, надо прекращать тренировку и переходить к отработке других упражнений. Заканчивать отработку акцентированных ударов надо обязательно на правильном, технически совершенном, сильном и мощном движении. Так как в двигательной памяти спортсмена остается последнее движение, а не первое. К отработке акцентированных ударов приступают в начале тренировки, когда организм находится в свежем состоянии. Развивать силу в конце боксерской тренировки бессмысленно, успеха не будет. Из-за того, что тренировка на силу короткая, выбирают, например, правый и левый прямые и развивают только их. На следующей тренировке возможна отработка боковых ударов или ударов снизу. Возможны и комбинированные силовые тренировки. Майк Тайсон начинает тренировку с ударов по тяжелому мешку и после разминки долбит по нему изо всех сил в течение 15 минут. Делает это с минутными паузами отдыха. Затем переходит к отработке базовой техники, комбинации ударов и защит, к спаррингам. Акцентированные удары по мешкам оказывают значительное воздействие на суставы пальцев рук, мышцы предплечий и плеч, локтевые и плечевые суставы. Во время силовой ударной тренировки их можно травмировать. Также страдают плечи. Чтобы не травмироваться, надо провести хорошую разминку и технически правильно выполнять удары. В акцентированных ударах задействованы быстрые мышечные волокна, и именно они несут основную тяжесть нагрузки. Мощные мышцы рук, груди, спины и ног служат для них хорошей опорой. При сильных ударах по жестким мешкам внутренние органы спортсмена и особенно головной мозг получают значительные сотрясения. Конечно, они слабее, чем полученные от ударов по голове, но пренебрегать ими нельзя. Надо хорошо разминаться, готовясь к силовой работе по мешкам и давать значительный отдых между силовыми ударными тренировками. В фильме мы не показали отработку ударов по легким пневматическим грушам, но скажем о ней. Удары эти нужны для развития резкости и точности по молниеносно двигающейся, бьющей о горизонтальную крышку груши. Они не развивают силы, как при работе по мешкам, но делают удары молниеносными и резкими. Но главное поддерживать точность и частоту ударов с целью увеличения моторной плотности атак.
На теле боксера находится 6 уязвимых точек. Подбородок, челюсть слева, челюсть справа, область сердца, область солнечного сплетения, область печени. В нижней челюсти находится нервное окончание, и удары в нее вызывают спазмы сосудов головного мозга и нокаут, потерю сознания. При ударах в солнечное сплетение, печень и сердце боксер ощущает боль, тошноту, слабость, изменение сердечного ритма и не может продолжать бой. Это нокдаун. От ударов в висок у него нарушается пространственная ориентация. Он плывет и эффективно защищаться не может. Это состояние гроги. Удары в туловище сбивают дыхание, выматывают спортсмена, и он слабеет. Оборонительные действия необходимы для того, чтобы защитить уязвимые точки тела от ударов противника. Боевая стойка в обороне аналогична боевой стойке в нападении. В защите руками используются контрудары, подставки, отбивы, блоки, и направлены они на нейтрализацию ударов противника. При защите туловищем устраняю взаимодействие с соперником, применяю уклон, отклон и нырок. При защите ногами делают уходы назад или в сторону и отскоки. При защите руками можно нейтрализовать удар соперника в начале движения. Это контрудар или блок. В середине тут используется отбив. И в конце здесь применяют подставку. Боксеры демонстрируют контрудар. Он наносится во время удара противника и останавливает развитие его атаки. Это удар на опережение, правильно выверенный, вычисленный по дистанции и во времени, резкий и мощный. И он должен достигать цели раньше, чем атакующий удар противника. Для этого лучше всего использовать левые и правые прямые. Хотя применяются все виды ударов. После контрудара надо стремительно атаковать, не давая противнику опомниться. Если же противник разгадал намерения боксера, то необходимо опять защищаться и готовить контратаку. Вы видите отбив. Это встречное движение рукой, изменяющее направление удара противника. Для отбива используют кулаки, предплечья, локти, плечи. Обычно его применяют вместе с небольшим уклоном или отклоном, реже с нырком, и делается это для подстраховки. Подставка под удар соперника ставит предплечье, плечо, кулак или локоть. В момент контакта они испытывают значительные воздействия, так как удары противника порой очень сильны. Блок – это встречное воздействие предплечьем, кистью или плечом, не позволяющее противнику выполнить удар по оптимальной амплитуде с необходимой скоростью и силой. Умело чередуя варианты защиты, боксер противодействует сопернику, готовясь к атаке и контратаке. Во всех защитных действиях сохраняются общие принципы. Активно работают ноги, придавая телу устойчивость и перемещая его в нужном направлении. Работая туловищем, боксер умело уходит от контакта с противником. Используя защиту руками, он останавливает его удары, чем создает условия для своих ответных и встречных ударов. Значительную роль в защитных действиях играет дистанция. Разрывая ее или, наоборот, сокращая, соперники подготавливают условия для нападения. Боксерский поединок является непрерывной сменой нападения и обороны. Состояние «чистого» в кавычках нападения и чистой защиты в бою равных соперников не бывает. Это происходит в ситуациях явного превосходства одного боксера над другим. В равноценном бою идет постоянная смена приемов защиты с приемами нападения. Контратака – это неожиданный переход от защиты к нападению, и он по своей сути составляет структуру плотного боя. Боксер внимательно наблюдает за действиями противника и ловит наиболее выгодный момент для перехода от защиты к атаке. Им является конец удара соперника, но до того момента, как он успевает вернуться в боевую стойку. Тогда ваши действия застигнут противника врасплох. Контратаку надо подготавливать, выверять и атаковать стремительно и мощно, нанося сокрушительные удары. Но нельзя забывать о защите. Каждый удар должен быть произведен со страховкой на случай стремительной контратаки противника. Контратаки и атаки боксер планирует в зависимости от быстро меняющейся боевой ситуации. Их успешное выполнение зависит от того, сколько времени он потратил на их отработку при подготовке к бою.
Защита уклоном и нырком широко используется боксерами-профессионалами. Ее достоинство заключается в том, что руки остаются свободными, и это создает условия для быстрой ответной атаки. Применяют уклон и отклон, стоя на месте, либо с перемещением. В любом случае голова боксера находится на уровне удара. При нырке голова опускается ниже бьющей руки противника и перемещается в сторону, обычно против направления поворота туловища соперника. Это делается для того, чтобы не нарваться на удар другой рукой. Резкие отклоны, повороты головой, нырки и уклоны также используются при тренировке вестибулярной устойчивости. При перемещениях шагом используется отход назад либо в сторону с линии атаки. Разрыв дистанции можно осуществлять скачком. Профессионалы часто используют сайд-степ, то есть шаг в сторону, и проводят его вместе с прямым ударом рукой. Все защитные действия выполняются в связке. От умения защищаться зависит жизнеспособность боксера. В процессе тренировки происходит набивание кулаков, предплечий и плеч. Они частично теряют болевую чувствительность, и спортсмен смело подставляет их под увесистые удары. Также происходит привыкание к ударам в голову и туловищу, хотя голова менее адаптируема. При защите солнечного сплетения, печени и почек делаются подставки локтей под удары противника, либо смягчают их небольшим отходом по вектору удара. Особое место в подготовке боксера-профессионала играет бой с воображаемым противником. В основе его лежит мысленная идеомоторная тренировка, направленная на совершенствование психомоторных мозговых механизмов. Спортсмен создает у себя в сознании мысли образ боя с придуманным им же противником. Он воображает себе его удары, но защищается от них реальными действиями. Бой с тенью, так называют его боксеры. Он развивает мыслительные процессы, воображение, антиципацию, предвидение действий противника, способность моделировать свое поведение. Боксер создает для себя психомоторный образ идеального бойца, чемпиона, с сильными ударами, непробиваемой защитой и стремительными передвижениями. В бою с тенью оттачивают комбинации ударов и защит, а потом их пробуют в поединке с реальным противником. Особое внимание уделяют улучшению ключевых моментов техники, тех приемов, которые в реальном бою выходят плохо. И все это представляют в деталях, в мелочах, в том скоростном и временном режиме, который присущ реальному бою. Но главная установка, которую реализует боксер в момент боя с тенью, это отработка нестандартных ситуаций, которые могли бы произойти в реальном бою. Результаты исследования позволяют утверждать, что боксеры во время соревнований чаще думают образами, чем словами. Эта способность использовать зрительные образы для распознавания специфических соревновательных ситуаций, правильно и быстро реагировать на них, может быть значительно улучшена с помощью идеомоторной тренировки. Сидя в спокойном месте или лежа на диване, спортсмен должен уметь представлять себе в мельчайших деталях с ощущениями бой с противником. Бой с тенью является специфическим вариантом психомоторной тренировки, где возможно все, даже самые невероятные формы. Поэтому необходимо приучить спортсмена к небольшому зашкаливанию за реальность, чтобы потом на ринге он действовал увереннее. Можно представить бой с чемпионом мира, атакующим сверхбыстрыми и сильнейшими ударами, и разработать эффективную систему защиты от них. В такой ситуации спортсмен вынужден будет действовать на пределе своих возможностей. Он психологически подготовится к бою с превосходящим его по силе противником. Все великие боксеры ведут бой на автоматизме, естественно, почти неосознанно двигательно реагируя на молниеносно изменяющиеся боевые ситуации. Бой с воображаемым противником позволит развить этот автоматизм и способность переключать внимание с контроля за техникой выполнения ударов и защит на действия противника. Развить умение прогнозировать его действия и свои ответы на них. Но никакая мысленная тренировка не заменит реального боя. И только в нем оттачивается высокое спортивное мастерство.
Но идеомоторная тренировка поможет боксеру в психологическом плане. Представляя себя в боевой ситуации, он совершенствует технику и тактику ведения боя. Большинство боксеров думает, что сознательная интеграция психических и физиологических функций относится к вершинам искусства саморегуляции. Но исследования показали, что в большинстве случаев спортсмен достигает победы за счет высокого развития одного из компонентов наивысшей готовности, физического или психического, при неплохом состоянии другого. Проявление и того, и другого одновременно случается крайне редко и большей частью не зависит от воли и настроя спортсмена. И тогда чемпион будоражит спортивный мир своими рекордами. Этот уникальный факт характерен для всех видов спорта и профессионального бокса в том числе. Сейчас вы увидите спарринг, тренировочный бой в ринге. Спортсмены боксируют легко, в половину мощности и силы, опасаясь получить рассечение брови. Чтобы этого не произошло, обычно используют шлемы. Спарринг занимает большое место в подготовке атлетов и служит для отработки техники ударов и защит, развитию чувства дистанции, чувства боя, чувства времени и воспитанию морально-волевых качеств. В спарринге бойцы устраняют технические ошибки, допущенные в боях на ринге, и совершенствуют спортивное мастерство. Перед боем тренер дает спортсменам четкую установку, и они ее выполняют. По ходу боя тренер вносит коррективы в действия боксеров, поправляет их, стимулирует к активным действиям. Спортсмены отрабатывают технику в бою на длинной, средней и ближней дистанциях. Применяют разведывательную, оборонительную и наступательную тактику в надежде добиться превосходства над противником. В спаррингах вырабатывается индивидуальная, присущая только данному боксеру, манера ведения боя, и он совершенствует ее в соответствии со своей тактикой. Зависит она от возраста боксера, его роста, веса, темперамента, развития физических и волевых качеств, от тренера и той боксерской школы, в которой он тренируется. Поединок носит активно-наступательный или активно-оборонительный характер и зависит от стиля ведения боя и от дистанции, на которой происходит. При атакующей манере боксеры пытаются сразу захватить инициативу, навязать противнику правила своей игры, заставляют его защищаться и проводить бой на средней и ближней дистанциях. При оборонительной тактике бой ведется на длинной дистанции, и основой его служит использование ошибок противника при атаках. При сближении боксеры обычно входят в клинч. С первых секунд поединка можно определить, какой тактике придерживается данный боксер. Осторожничает он или безрассудно бросается в атаку, позабыв о защите. В тактике бокса различают несколько манер ведения боя с учетом личных особенностей. Существует манера вести бой против боксера-темповика, против боксера, бурно атакующего сильными ударами, против технически искусного боксера-универсала, меняющего тактику в связи с изменением боевой ситуации, против боксера, предпочитающего контратаки, и против боксера-левши. Бои профессионалов длятся до 12 раундов по 3 минуты, и боксеры рассчитывают свои силы на этот промежуток времени. Боксеры-темповики своей тактической задачей ставят нанесение как можно большего количества ударов за все 12 раундов. Если первую половину боя они могут активно атаковать, то вторую уходят в защиту и набирают очки только в ближнем бою. Силовой стиль присущ всем боксерам. Это визитная карточка профессионального бокса. Но с потерей сил в последних раундах и приходом усталости они сознательно меняют тактику и становятся темповиками. Некоторые из них уходят в позиционную защиту, маневрируют на дальней дистанции и применяют контратаки, клинч или глухую защиту. Представители всех стилей применяют ближний бой и клинч.
Но козырная карта мирового профессионального бокса – это силовая, атакующая манера боя. Ее ярчайшими представителями являются Майк Тайсон и Константин Цзю. Их молниеносные, яростные головокружительные атаки с неминуемым нокаутом в конце – пик зрелищности боксерских поединков. Это и самые скоротечные бои. Но и к последним раундам у боксеров силового стиля атаки становятся редкими. Удары теряют былую мощь и скорость. И все больше времени они проводят в дистанционном маневрировании и в повисании на противнике, то есть в клинче. Джабраил и Ваги демонстрируют плотный игровой бой со всеми вариантами ударов и защит, кроме акцентированных ударов. Они работают легко, не опасаясь получить сильный нокаутирующий удар. В таком бою развивается чувство противника, чувство дистанции, чувство времени, а главное выносливость, так как они спаррингуют в течение 5 минут без перерыва. В спарринге боксер учится применять все типы позиционной борьбы. Подготовительные и разведывательные, маневренные и обманные действия, дистанционный, фронтальный, фланговый маневр, разведку боем и финты. Успешно переходить от атаки к обороне и далее к контратаке. В профессиональном боксе бои длятся долго, и главная задача – уметь выстоять, выдержать поединок до конца, до последнего 12-го раунда. Чемпион мира по боксу в тяжелом весе Эвандер Холифилд как-то сказал: «Настоящий бокс начинается с 7-го раунда». И это верно. Умение боксера выстоять до конца является основной в его предсоревновательной подготовке. В бою приходится терпеть многое. Страх пропустить нокаутирующий удар, боль от ударов соперника, усталость, когда руки и ноги становятся тяжелыми и непослушными, когда кровь заливает лицо и не видно действий противника, когда каменеет спина. Тогда приходится собирать в кулак всю свою волю и терпеть. Терпеть до того момента, как прозвучит последний гонг. Бой длится долго, и надо уметь распределить силы на все 12 раундов. Экономить энергию. Не совершать лишних передвижений, движений руками и туловищем, и действовать рационально. Удары надо наносить легко и быстро. После удара мгновенно расслабляться и следить за тонусом всех мышц тела. Излишняя нервозность и напряжение мышц растрачивают силы. В тренировочном спарринге спортсмен учится доводить свои действия до автоматизма. Именно автоматическое, подсознательное реагирование на удары противника и есть признак устойчивого двигательного навыка и высокого спортивного мастерства. Боксер должен научиться переключать внимание с ощущений, поступающих из своего тела, от своих мышц, от контроля за правильностью выполнения ударов и защит на противника, на его перемещение и удары. Тогда он сможет правильно спланировать атаку и контратаку. Умело распределить силы и одержать победу в долгом бою. Вы видите типовой зал для занятий боксом. В нем есть груши, мешки, пространство для отработки техники ударов и защит и ринг для спарринга. Есть залы более оснащенные, есть менее. Но этот является среднеуровневым, достаточным для воспитания хорошего боксера-профессионала. Большую часть времени боксеры тратят на отработку техники движений, на удары по мешкам и грушам и на спарринге. На тренажерах они развивают группы мышц, участвующие в ударах.
повышая их силу и массу, увеличивают и силу ударов. Основными упражнениями являются жимы штанги лежа и стоя, подтягивание на перекладине и работа на тренажере, приседания со штангой на плечах. Руки тренируют штангой и гантелями. Выполнять упражнения надо со значительными весами, быстро, потому что только так развиваются участвующие в ударах быстрые мышечные волокна. В длительном бою спина устает больше всего. Поэтому для ее развития применяют разгибание в тренажере, многократные наклоны со штангой и приседания со штангой на плечах. Для развития чувства равновесия надо прыгать и перемещаться по большой автомобильной шине. Ее же используют для отработки акцентированных ударов. Молотят по ней кувалдой. Причем отрабатывают удары как двумя руками, как приколки дров, так и одной рукой. Джабраил, ты раньше занимался любительским боксом? Да, я занимался любительским боксом. А чем отличается любительский бокс от профессионального? Любительский бокс от профессионального отличается много чем. Начинается с тренировок, разница в тренировках, уровень подготовки. В профессиональном боксе более индивидуально подходит каждому боксеру. В любителях там как бы всем показывают одно и то же, и все делают так, как делают все. Здесь уже тренер работает над тобой индивидуально, и плюс еще сам бой длится очень долго, и по ходу боя тоже надо как бы уметь перестроиться. Значит, в любителях нет на это времени, потому что там слишком быстро все заканчивается. Вот здесь же можно перестроить тактику ведения боя, как-то более профессионально к этому подойти. То есть есть время подумать. И само судейство немножко отличается. Ну, такие вот различия, в общем-то, много чего есть. Хорошо, спасибо. Хочу представить вам ученика Ваге Гочаряна, который с помощью промоторской компании «Юка» готовится к покорению вершин профессионального бокса. Я постараюсь оправдать доверие тренера и промоторской компании «Юка». Вот фрагменты боя Ваги Гочаряна с Асхабом Нигаевым. Вы сразу видите превосходство одного боксера над другим, несмотря на то, что Ваги в основном защищается и контратакует. Нигаев безудержно рвется вперед, но он натыкается на джебы, встречные удары левой и стоппинги, встречные удары правой. Поэтому он вынужден клинчевать. Уровень подготовленности боксеров разный, и это ощущается по тактике ведения боя. На тренировках и в спаррингах боксер учится бить, защищаться и применяет технику, свойственную только ему. Боксер и тренер вместе подбирают комбинации ударов и защит с учетом морфофункциональных особенностей организма спортсмена. Для начала надо выяснить, к какому типу принадлежит спортсмен. К атакующему или защитному? Тип зависит от характера, воли, смелости, решительности, агрессивности и от физических качеств. Большое значение имеет скорость простой реакции и скорость сложной реакции выбора. Обладает ли спортсмен сильным акцентированным ударом, или он силовик или темповик? Спортсмен и тренер строят тактику ведения боя в зависимости от индивидуальных черт личности боксера. Многое зависит от того, может ли он контролировать себя во время боя, может ли подавить свой страх, опасение получить удар, может ли перетерпеть боль от ударов, пересилить свою злость, раздражение, горячность, нервное возбуждение или, наоборот, апатию. В процессе боя спортсмену приходится воспринимать информацию не только о действительных намерениях противника, но и о его ложных действиях. Поэтому он должен уметь правильно оценивать соперника, разгадывать его маневры и финты, воспринимать ситуацию как осознанно, так и интуитивно. Без высокого развития интеллектуальных способностей эту задачу не осилить. Точность восприятия во многом определяется свойствами внимания, его шириной и способностью быстро его переключать. Искусный мастер распределяет внимание на положение противника, на направление и скорость движений,
на скорость, силу и темп ударов, на дистанцию и на свои собственные ощущения и действия. Ваге Кочерян лучше подготовился к бою,